Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новенькую серию по Самчику. Сегодня играем на Diamond Sapphire, в общем-то, все как всегда, раскрашенная по-новому тачка. Но, ребят, я напоминаю, что серии сейчас, к сожалению, я записываю наперед, то есть в тот же день, когда я записывал предыдущую серию, поэтому я, к сожалению, не читал ваши комментарии еще по поводу цвета и так далее, поэтому, ну, как бы я уехал уже, скорее всего, в отпуск, вот, и напилил серии наперед, все дела, как я говорил в прошлой серии. Блять, ну почему я такой тупой? Просто нахуй. Почему я нажал на клавишу... Блять, я на F1 нажал вместо эскейпа. Как можно было промахнуться? Я хотел в ФК уйти. Господи, какой я придурок. Теперь придется ехать чиниться, потому что, мне кажется, чувак разозлился и хочет мне пизды дать за то, что я въехал в него. Так, ребят, давайте доедем до починки. И как я говорил, мы сегодня поедем на заброшенный аэропорт, там, где меня в прошлый раз задемили, непонятно за что, я на их территорию даже не проникал. Ну ладно. В общем-то, ребят, я думаю, что надо будет как-то аккуратно туда пробраться. Как, мы сейчас маску купим еще, ну все будет, короче, оки-токи, да. Давайте заодно заправим, нет, заправимся потом, давайте. Ебать, она бешеная, просто инфернус, копает всеми колесами просто. Так, сейчас починимся. Это было близко, тихо. Сколько? 46 хп, это еще нормально. Это еще нормально, друзья, сейчас. Все, чинимся. А, в смысле, да, блять, перекрашиваться. Ну ладно, на самом деле, что, каждую серию меняем цвет. По-моему, вполне позитивно. В этот раз я буду... Так, мне нужно... Давайте подумаем. Значит, заброшенный аэропорт, это у нас пустыня, да? В пустыне нужно быть коричневым. Коричневым у нас вот этот больше... Наверное, вот этот с пустыней, ребят. Цвет более-менее как-то это. Недорожные покрышки сейчас еще поставим, чтобы точно совершить налет. Слушайте, а может реально поставить? Ну, конечно, я совсем псих, но... Ребят, что я делаю? Просто что, блядь, я делаю? В каждой серии какую-то ебанутость. Зачем вот это сейчас я превратил из спортивной тачки просто какой-то... Я даже не знаю, что это. Я просто не хочу даже обсуждать этот автомобиль, но он теперь на внедорожных покрышках. Ой, господи, если бы они еще что-то давали, хотя бы что-то. Так, давайте мы сейчас заправимся. Аккуратно. Аккуратно сейчас заправимся. Фил... заправляем. И нужно еще в магаз забежать, купить маску, чтобы меня не было видно сейчас. Не так много бензина надо налить. Привет. И улыбнусь еще. Все, транспорт заправлен. А, ну нам нужно еще зайти сюда. Сейчас давайте сразу, я прям тут быстренько. Так, оружие у меня есть. Конечно, не особо много, но пойдет, я думаю. Так. Что за... Я же нажал войти. Так. Угу. Мне нужно. Маска. Ну, я даже не знаю, рация мне нахуй не сдалась, конечно. Хотя я ее ни разу не покупал. Чтобы воспользоваться рацией, введите К. Подожди, а кому это будет видно? Алло? Вы не стоите... А, это только для семьи? Ну ладно. Я образован, блядь. Может, кто... У кого рация есть рядом это, блядь. Ну, в смысле, у кого тоже рация есть поблизости, типа они будут слышать меня. Чувак, я, конечно, не против, чтобы ты покатался со мной, но извини, сейчас просто серьезно. Сейчас нужно будет мне налет делать. Извини, конечно, я тебе сейчас денежек даже дам, потому что я вижу, ты хороший чувак, держи 5000. Он еще написал, что он просрал деньги в казино, вот 5000, я думаю, ну, хоть что-нибудь помогут. Но я иду на опасное дело, друзья, я иду на опасное дело, я буду налетать на вояк, потому что они, на самом деле, вот по статистике, именно военные самые нон-РПшные. Вот серьезно, вот обычно ДМят даже не бандиты, не банды, а именно эти вояки. То есть вот около дома меня могут ДМить вояки, еще где-то. То есть как будто вот там вот, ну, какой-то вот прям преступная какая-то группировка такая. Поэтому мы сейчас делаем налет, не будем жалеть никого, будем пытаться кого-нибудь вынести. Конечно, я без брони, вот. Без прокачанных скиллов, стрелять не умею, но мы что-нибудь попробуем сделать. Итак, друзья, во-первых, я надеваю маску. Маск. Так, отлично. Ваш введите масков, чтобы снять. Да ну нахуй снимать. Я в маске, мне заебись. Так, сейчас главное залететь. Залететь надо аккуратно, туда вот прям внутрь, да? То есть, чтобы никто не спалил. Чтобы никто не спалил, мы аккуратненько как-нибудь залетим. И, собственно... Собственно, в принципе, с этой горки можно попробовать за... Мне чувака жалко, ребят. Как, по-моему, это было идеально. По-моему, это было идеально. Меня, конечно, спалили. Но мы в маске. А значит, мы можем припарковать тачку. На посту здесь никого нет, смотрите. Тихо! Тачка, тихо, тихо. 59 хп. Хуёво дело, хуёво. По-другому не скажешь. Так, надо спрятать тачку. Надо спрятать тачку. Давайте мы сейчас так, чтобы на ней можно было, если что, уехать. Мы сейчас спрячем. Я ее открытой оставлю, чтобы, если что, я мог просто сесть и уехать. Сейчас.
Давайте вот так вот. Вот, вот сюда я прижму сейчас нормально. Вон, 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 вот смотрите. По карте кто-то есть рядом. Так, лампу выключил. Машину открываем. Машину открываем. Все. Давайте теперь, ребят, просто жесть. Фух, если сейчас у меня играет очко, я не знаю от чего. Наверное, от того, что я долбоеб. Вот серьезно. Так, вояка пробежался, смотрите, бежит обратно, видите, вон справа. Блять. Сейчас мы спрячемся. А меня не спалят, я думаю. Да, вон он. Я успел, успел, успел я. Так, надо как-то их... Блять, конечно, все очень сложно, ребят. Но с другой стороны, все очень просто. Это винтовка, которая, в принципе, стреляет недалеко, но, во-первых, тут мало патронов. Во-вторых, я не знаю, насколько она дальна. Я думаю, что не попаду же, да? Во-первых, я не попаду, скорее всего. Во-вторых, я... По-моему, это бесполезно, ребят. Мне нужно кто-то поближе. Чтобы попасть поближе, мне нужно... Стоп, подождите. Так я никого не вижу, а так я кого-то вижу. Интересное кино. Интересно. Ладно, ребят, хрен с ним. Я думаю, что если что, я до тачки добегу. Конечно, я отсюда не съебу уже, скорее всего, но... Блять! Плохо дело, плохо дело, черт возьми, бляха-муха, ребят. Конечно, я сейчас могу спрятаться, потому что есть расстояние, то есть он как бы меня на карте сейчас потеряет, а я-то его вижу на карте. Все, тихо, 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 тихо. Вон он бежит. Он сюда бежит? Блять! Все очень плохо. Блять! Блять, какой косой ты, ёбаный в рот, ну пиздец, да стрелять не умею, ну что ж за хрень. А самый прикол, что, ребят, это тот чувак, который меня в прошлой серии задемил. Кстати, я уже, ну как бы, админы видели ролик, поэтому, ну как бы там, ну как бы понятно, вы, я думаю, согласитесь, там было, ну просто, ну как бы подъехал, ехал спокойно, начал стрелять. Ну то есть админы сказали, что там варн будет 100%, так что... это отлично, что борьба с нон-РПшниками идет. Нет, сейчас все было ПРП, я к этому претензий нет, все нормально, только я стрелять не умею, это факт, и мне нужна таблетка от головы. Да, спасибо, он мне уже дает ее. Вот, и как бы, ну, нет, я опять же, да, повторюсь, что никто ничего не думал, по этой, как бы, вот то, что сейчас было, все нормально. Все правильно, он охраняет свою территорию. Но когда в прошлой серии он меня убил еще не на своей территории, просто так начал стрелять и взорвал тачку, это было нон-РП, естественно, вот. Так, ну что ж, ебать, дядечка стоит. Вот это хорошо, тут он стоит, дежурит, просто пиздец. Итак, друзья, значит, давайте я сейчас перезайду, наверное. Да, перезайду и, собственно, ну, что тут делать? Тут в больнице никуда не деться. Так, друзья, ну, как вы видите, дела плохи, потому что, во-первых, у меня 69 хп, это называется около дома. Ладно, ладно, толпа там всегда, как бы, я всегда ей рад, я здороваюсь по мере возможности, но я вышел из дома, друзья, и с двух сторон, можно сказать, в меня открыли огонь, один был вояка, но не тот уже чувак, другой, но, как я и говорил, да, в вояке почему-то нон-РПшные чуваки, а другой там, ну, просто гражданский, я, в общем-то, в репорт уже написал, мне ответили, так что сейчас тоже разберутся, ребят, ну, серьезно, ну, это как-то, ну, по-детски, я не знаю, ну, зачем этим страдать фигней, тем более около дома, ладно, еще ладно, если где-то вот, где-то вы меня там убиваете, еще более-менее ладно, и то, если вы не во фракции, тем более не вояка, то, ну, как бы еще можно расценить. Но все-таки сервер РП, поэтому, как бы, хотелось, чтобы все соблюдали. Ну, что это за дело? Вояка подошел, начал стрелять по тачке какой-то, по гражданскому. Ну, как-то нежизненно немножко. Ну, ладно. Итак, значит, что же мы сегодня в итоге получили? Мы получили неудачника Булкина, который проник на военную базу и не мог даже нормально справиться с воен... Что? Что за... Что за... Ах, ребят, ну, подождите, значит, это был коп. А тогда вдвойне лучше, просто я думал, что это был... А, он досмотрел, вот это Тони Буэнос, это как раз тот, кто меня дэмил около дома. Он посмотрел таким образом мою метку, видимо, и расположение. Вот, я жду, он звезды оставит, просто это слишком уже по нон-РПшному. Я по нему даже огонь нечего было открыть, потому что у меня оружие все пропало. Вот, ну, что ж, ребят, в общем-то, я думаю, что будем заканчивать. Сегодня попробовали немножко. Он опять мне дал? А, опять дал, опять снял. Вернулся. Ну, нормально.
Я думаю, что будем заканчивать. Сегодня, в принципе, ну, попытка не пытка. Конечно, надо как-нибудь в следующий раз более продуманнее сделать. Хотя я маску нацепил, я не знаю, как он меня там... Нашел, короче. Как он меня там нашел среди этих всех ангаров, но... В общем-то, видимо, я как-то спалился, меня убили. Надо качать скиллы, надо уметь стрелять, потому что стрельба поменялась. Я давно не стрелял. Раньше был хорошим стрелком по пингу, а сейчас я толком и не знаю, как же стрелять-то надо. Ну, надо потренироваться будет. Вот. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Оценивайте видео. Что тут за туса справа? Что это за херня? Сейчас, подождите, давайте глянем, что тут. Просто мне интересно. Тут что-то красных меток столько. Что тут за... Что за херня? Что... Подождите, зеленые и красные метки. Что-то происходит вообще. Можно? Просто мне просто очень интересно. Стоп, подождите. Ой, я, по-моему, зря сюда приехал. Я что-то тупанул. Ну ладно. Итак, друзья, все. Спасибо за просмотр. Оценивайте видео. Подписывайтесь на канал, если вы впервые. С вами был Булкин. До новых встреч. Всем удачи и всем пока, друзья.